А это наши старички. Да-да, я не оговорилась. Это уже наши старички, наши дружочки, которые фактически свой век будут доживать здесь, в приюте. Да, мы создали условия для них нормальные. Они накормлены в хорошем вольере. Видите, даже на какой соломке. И в любви, в ласке, в выгуле. Хотя есть и такие нелюди, которые определяют свой уровень жизни для таких старичков. Как они говорят, что ну, пожили, достаточно. Эту фразу мы услышали на третий день после захвата городского приюта фондовок. Вот именно от одной из фондовок была сказана такая фраза, что ну, здесь старых много собак, поэтому они свой век уже отжили. Да. Вот такая цель этих девиц и эта фраза, сказанная, ну, как бы вскользь. Фактически ставят точку во всем, во всех вопросах, получая вот этой фразой ответ. Нет, мы не такие. Мы будем продолжать спасать. И надеяться, что наши старички будут достойно свой век доживать. Да, мой сладкий, да, мой золотой. Смотрите, сколько в нем, сколько в этом взгляде мудрости, сколько в нем понимания. Ведь он же понимает, что я о них говорю. Красавчик мой.